Друзья, снова привет. Мы на стримфесте продолжаем брать интервью у популярных стримеров Good Game, у одних из лучших, у ребят, которых вы готовы 24/7 смотреть. Вот. И сейчас пообщаемся с еще одним стримером. Люди мимо ходят, это как бы атмосфера праздника, атмосфера фестиваля, не обращайте внимания. Представься, пожалуйста, расскажи, чем ты на Good Game занимаешься и сколько у тебя подписчиков. Всем привет. Ну, наверное, меня все знают. Меня зовут Миша Джуз. Бегают тут всякие, но это ничего, это качественный контент. Подписчиков у меня много. На Good Game, по-моему, около 4000, если уже не больше. И на Твиче сколько-то тоже есть. Такие дела. Чем я занимаюсь? Я занимаюсь стримами игр, друзья. Различных игр, не киберспорта, а различных новинок и обычных сингл-игр. Расскажи, сколько ты по времени этим занимаешься и вообще как пришла идея в голову начать стримить? Ну, в стриминге я, наверное, уже около 2 лет. Начинал я, конечно же, как хобби это дело, но потом все переросло, и вот уже 1,5 года я ношу гордое звание фулл-тайм стримера. Такие сроки. Какой был второй вопрос? Не помню, неважно, у меня уже следующий созрел. А почему появилась такая возможность или идея перейти в фулл-тайм стриминг? Что сподвигло зрителей или какие-то... Во-первых, это любимое дело. Это любимое дело. Хобби, скажем так, переросло в профессию во многом. И благо появилась возможность... заниматься этим в качестве работы. Я человек семейный, мне нужно обеспечивать семью, и были поставлены какие-то планки, и я этих планок достиг, и вот продолжаю как-то превознемогать поставленные перед собой цели. Понятное дело, целей еще очень много, и буду достигать. Меня очень радует возможность, что я могу этим заниматься. Что тебя особенно мотивирует в твоей деятельности? Мои зрители, конечно же, мотивируют. Их положительные эмоции, их пеки в чате, капы в чате. В материальном плане, конечно, тоже это мотивирует. Это, знаете, я не буду лукавить и говорить там всякие вещи. И в материальном плане мотивируют, и в моральном плане мотивируют. Я получаю от этого дикий фан. Расскажи, пожалуйста, ты заранее планируешь, что будешь стримить? Вот сначала эту игру, потом там еще? Или же зрители каким-то образом влияют на твой выбор? Нет, зрители на мой выбор не влияют. Программу я составляю сам и довольно серьезно готовлюсь к стримам. И, собственно говоря, это и есть мой контент. Я подаю какие-то атмосферные трансляции. В чем твоя фишка? В чем фишка твоих трансляций главная? Вот, которая выделяет именно тебя? Ну, я считаю, что мои стримы не обременены какой-то серьезностью излишней. Они веселые, люди улыбаются. Я сам себя смешным не называю ни в коем разе, друзья. Мне мой контент не нравится. Я слишком самокритичен к себе. Но людям нравится, подписчики растут, зрители растут постоянно. И это меня мотивирует. И это самое, наверное... главная оценка моей деятельности на данный момент. А тебе сегодня на мероприятии удалось увидеться и пообщаться со своими зрителями? Да, довольно много подходило человек, это достаточно приятно, люди узнают, просят сфотографироваться, подписаться там, я, конечно, не отказываю. Да, довольно много народу меня узнало, и, конечно же, со многими стримерами я, конечно же, наконец-то увиделся вживую. Он, например, с Денисом в Love Game, с Майкером, кстати, ни разу не видели, с тобой. Так что не зря ездил, ребят. А почему ты решил ехать сюда не как стример, а как зритель приехать? То есть там в конференциях всяких не участвуешь, в панелях и так далее? Да, на самом деле мне не особо хотелось париться. И, откровенно говоря, меня не приглашали. Хотя господин Лисецкий говорит, что приглашал. Но я, видимо, этого просто не заметил.
Я не знаю, может, я излишне это, невнимательно казался. Ну, приехал в качестве зрителя, на самом деле поучаствовал в одной конференции, меня пригласили, и было очень приятно такому вниманию. Мы учили начинающих стримеров превращать троллей в донатеров, друзья. Не знаю, вы, наверное, этого не увидите. Но было... Не, ну может быть. Было весело, да. А ты согласен с теми вещами, которые говорились на этой встрече, вот как раз по поводу троллей и донатеров, или у тебя свой метод? Ну, у меня свои взгляды на все это дело. Там люди говорили о банах, не банах. Я более либерален в этом вопросе. Я все-таки считаю, что любая активность, даже негативная, не излишне негативная, она полезна для стрима, и поэтому я не приверженец, конечно, банов, но за модераторами своими я уже не слежу. Есть определенные планки, морали, если они переступаются, то человек попадает в бан. А так у нас на самом деле все очень толерантно касательно шуток, надо мной шуток, возможно, иногда мата. Если это не во злобу, то почему бы и нет? А ты сам грешишь какими-то нецензурными выражениями на стримах? И как ты относишься к тому, что на Good Game решили вот, позволить, так сказать, в рамках там, определенных допускать выражения, крепкое словцо на стрим? Я крепким словцом балуюсь. Мне на это многие указывают, многие меня за это ругали. Сейчас на моем стриме стоит плашка 18+, потому что я могу, так сказать, жахнуть в эфире. Да, правду матку. Но то, что Good Game перешел на вот такую систему, я считаю это позитивно, это правильно, потому что многие стримеры на Твиче этим не пренебрегают, и Good Game нужна новая аудитория, потому что отличная площадка, сам на ней стримлю и планирую развиваться. А бан таких стримеров популярных, там, карточных и других, не буду называть фамилии, это неправильно, что они уходят из-за того, что там они раз матернулись и их забанили. Это неправильно, по-моему. Good Game должен расти. Это точно. Расскажи, пожалуйста, кто тебя сегодня при личном знакомстве больше всего удивил? При личном знакомстве кто меня больше всего удивил? Тей, наверное, удивил. Она очень веселый и позитивный человек. Хотя это можно видеть на ее стримах. Но в жизни она прямо плещет позитивом в буквальном смысле этого слова. С Денисом приятно пообщались, We Love Games. Да, все на самом деле хорошие. Все понравились. Я никого не видел никогда вживую, лично не общался. У меня уже рука устала держать микрофон, поэтому и спасибо тебе большое за интервью. И в заключение обязательно привет и пожелания и обращение к своей аудитории. Здорово, братва! Еще раз увидимся на трансляциях. Приходите вечером, днем, послушаем музыку, поиграем в интересные игры, да и вообще хорошо проведем время. Всем приятного времяпрепровождения! Пока!